Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Ну что же, у нас с тобой первый день этого месяца, да, наступил декабрь. Всех вас поздравляю. И у нас 50 тысяч бревен. Ну что же, неплохо. Получай бесплатный подарок. А, ну это драконьи наездники. Я, к сожалению, не наездник. Так, ну что у нас тут с тобой созрело? Я вижу фонарь. А, осталось сколько у нас с тобой? 7 дней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не-не-не. Яйцо это я не получу. Так, беззубик у меня получает 31 уровень. И открыто новые путешествия. Теперь я могу искать водореза. Понятно. Так, соберем с тобой все ресурсы, которые у нас тут накопились. И сразу же, наверное, их отправим дальше. Наверное, на поиски древесины. Так, водорез тоже древесину ищи. И шелкопряд тоже древесину. Так, ветрокрыл, как всегда, рыбы. Очень мало принес. Древоруб, древесинку. Так, лети дальше. Костолом, рыбки немножко нам завез. Смотрим далее, что. Так, эти у нас ребята пришли с приключений. Так, кто у нас здесь может прапаться? Ну-ка, давай посмотрим. А, ну, конечно же, громобой мы с тобой апаем. Давай тогда дальше. Я хочу его прокачать, ребята, до 24 уровня, чтобы была такая возможность его, как говорится, на арене прокачать. Так, ну что, у нас с тобой бесплатный пак. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Громоль, лаварык, громобой. Ну и ресурсы. Так, ну что ж, давай тогда следующий пак взглянем. Монеты Одина. Так, и ресурсы. Лаварык нам еще достался. Так, ну что, я, друзья мои, думаю, что надо его отдавать. Отпустить, точнее. 180 тысяч рыбы, неплохо. Давай, лети на свободу. Так, что у нас? Для улучшения требуется 176 викингов, ты понял? Вот так вот. Так, ты тоже иди за рыбой ползи. Доски, рыба. Так, за рыбой, ты за досками. Нам нужно сколько здесь? 1 миллион бревен. Ё-моё. Слушай, а почему у нас с тобой зациклилось... А, развитие, понятно, ребят. Нам нужно же 6 драконов 36 уровня. Это же сколько мне придется играть, а? Трынди, чтобы прокачать их всех. Так, близнецы воссоздают ситуацию из реальной жизни, чтобы обучить ночных жутей. И я всегда считал, что это обучение на тренажерах самое эффективное. Последствий никаких, а информация усваивается отлично. Вот именно. Давай-ка что-нибудь взорвем. Имитация пожара. Нет, давай-ка имитацию наводнения сделаем. Конечно же, бесплатно. Лезвия и крылы начали гнаться за нами до самой стены. Так, а мы с тобой получаем... Дайте руны, 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 руны мне дайте. Вот, спасибо большое. 4. Так, это как раз для приключения ему, да? Лети. Так. Ну что же. Дракон позволяет сморкали приблизиться. Вот даже как. Получаем награду. Только не янтарь. Все что угодно, только... Вот специально, да? Ну, конечно же, специально, ребята. Эти слова для ужасного чудовища Титана ничего не значат, ведь он плохо слышит. Дракон едва не жрает сморкалу, но викинг успевает улизнуть. Уф! Да, и за это получили, блин, бредятину какую-то. Так, ну что, давай лети дальше на приключение. Астрид уже достали эти острокрылые змеевики. Она уже давно толком не спит по ночам из-за их гомона. Может, они дерутся или играют, кто знает. Но это надо прекратить. Отправить Грамгильду? Типа она там разберется. Ладно, фиг с ним, пускай идет. Здесь забираем с тобой награды. Так, 75 янтаря. Где у нас тут еще? Листочки. Я уже забыл про эти листочки. Они еще до сих пор актуальны. Слушай, а что у нас тут за события? Блин, понятно, ранний доступ не для меня, да? 22 часа, здесь 2 часа. Хранитель против хитрых. Надо будет обязательно поучаствовать, потому что мы с тобой хранители, да? Мы
привыкли играть зеленкой. А вот это у нас подготовка, воздушный дозор. Да, обязательно будем ждать этого события, ребят. Так, ну что? Пойти сразу на аренку бомбануть, а? Что скажешь? Так, секунду, нам нужно выполнить... Ну, обмен давай глянем, что у нас тут есть вообще для обмена. Да ничего не хочется, если честно, покупать, даже здесь обменивать. Давай вот, наверное, просто с тобой сделаем больше лопат. Так, мне нужны яйца, много яиц. Давай, давай, давай. Яиц ему нужно много. Так, так, так. И последний вот так вот. Все, к бою, друзья мои. Конечно же, к бою. Опять же, будем выпускать по одному. Так, и начну я, наверное, вот отсюда, снизу. Так, пропустить. Защитите олух. Поплыли. Так, смотри, что творит, а. Ну давай, 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 родной мой. Так, шикарно. Куда ж ты полетел-то? Почему вот... я не понимаю их. Почему они не полетели сюда? Я же их... Может быть, вот так их надо как-то направлять? Ну, надеюсь, это как-то поможет нам. Есть. Так. Помогаем. Еще удар. Бумс. Так, малышку лодочку уничтожили. Ай-я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 й. Ты посмотри, что творит. Есть. Ну и что? И ты хочешь сказать, что ты один справишься? Блин, минус один ключик. Слушай, ну в принципе, две лодочки здесь осталось. Я думаю, ему под силу справиться. Правда, он будет здесь... До посинения бомбит. Ну нет, нет смысла мне сейчас отправлять вот на этот корабль. Согласись. Лучше он пускай здесь попробует добить. Я, правда, не уверен, что мы с тобой успеем хотя бы даже один ключ спасти. Да. Напряженная обстановочка. Из-за двух каких-то кораблей, ты представляешь? Ладно, наше дело поучаствовать. Нужно в двух заданиях защиты олуха поучаствовать, чтобы... получить награду. Я вообще очень, ребята, редко получаю паки за прохождение именно всех ежедневных заданий. Ну давай последний выстрел. Есть. Слушай, успели хотя бы один сундук спасти. Ладно, фиг с ним. Почему у меня только лишь вот беззубик такой сильный, остальные все ватные? Я не понимаю, как их улучшить, а? Заберите награды. Да, так уж их и много. Ну, неплохо, ребята. 7 шестеренок. Плевак, а тебе удалось раздобыть все, что нам нужно? Краска, древесина, холст, клей, пергамент, мука, вода. И много еще чего, включая тот особый сюрприз, который ты приготовил специально для Элвина. Ну да, теперь мы можем спокойненько его отправить. Я до сих пор ищу Вострозуба, друзья мои. До сих пор. И никак не могу его найти. Ну что, а нам с тобой надо забрать... 5 рун и отправляться прямиком на арену. Так, у нас с тобой еще и пак здесь открылся. Шепот смерти, ужасное чудовище и острокрылый змеевик. Все, друзья мои, активируем. И вперед, как говорится, на арену. Ага, слушай, вот это я понимаю, командочку нам дали. Два фиола, вот один красный, это у нас кревет. Его нужно бомбить, мне кажется, в первую очередь. Да? Потому что он может нам такие неприятности сделать своим этим электричеством. Ать, видишь? Что творит? Еще и усилил себе атаку, а? Ты посмотри, этот кислотой плюется. Вот гаденыши, что творят? Ладно. Под... Ага, ага, у нас с собой есть сон. Все, ребята, это вообще замечательно. Только бы и не промахнулся. Нормуль. Я думаю, наверное, мы начнем. Давай вот с этого. С древоруба. Или как тебя там величать. Ну, он похож, на, по крайней мере, на него, да? Сейчас мы его разбомбим здесь. Ну и все. Остался лишь кислотник.
Он, конечно, сейчас что-нибудь сделает. Понял. Ого! Довольно сильный у него кислотный удар. Я не ожидал такого. Но, тем не менее, первая победа за нами. И трех драконов мы с тобой одолели. А какой нам пак дадут? О, реденький. Ну что, еще есть местечко у нас, да? Поэтому погнали. Нужно еще 7 драконов победить. Так, я не особо рассмотрел, кого там дали нам. Ага. Ладно, этого оставим на потом. В первую очередь, наверное, надо нам Костолома валить. Он красный дракон, да? С усиленной атакой именно по зеленым. Отвали ты. А этот сейчас будет еще кислотой бомбашить. Так, укус. Надо дожить до сна и вогнать их всех в сон. Тогда будет вообще круто. И мы, в принципе, с тобой это делаем. Шикарно. Замечательно просто. Ну что, добиваем? Норма. Ну что же, кислотник, пора все погибать. Так, я, наверное, пока есть время, вот так вот сделаю усиление. Че, он проснулся уже, да? Лаварык этот. Что он может сделать? Только, по-моему, хиляться, насколько я помню. Так, бомбанул. Укус. Нет, давай просто ударим. Да вот так вот, наверное, его добьем, да, с тобой? Через сон. Вот так, вторая победа. Тут, тем более, ребят, никого не потеряли. 30 кубков и обычный пак. Остается всего лишь 4 дракона нам с тобой победить. И первый пак вождя будет у нас в кармане. Опа! Синие и один фиол. Так, синие для нас как? Ну, в принципе, не очень. Ого! Где же ты его взял-то, а? Вот этого ханорика. Ну, наверное, начнем с кислотника, я думаю, да? Хотя я не знаю, что у этого за суперудар. Блин, смотри, что делать, а? Защиту на моей сардельке понизил. Воу-воу-воу-воу, потише, потише. Вы что тут себе позволяете? Я не понял. Может, хильнуться, а? Нет. Бомбим. Сейчас только сон у нас с тобой накопится, и все. И мы их разберем. Надеюсь. Надеюсь, успеем разобрать. Смотри, что творят, а? Они хотят атаковать сардельку. Пускай атакуют. Атакуй. Ага. Ты смотри, что творит. Он сразу переключился. Сразу же гаденыш переключился. Ну-ка, на тебе. Блин, уклонение. Бей сардельку. Мало здоровья у нее, ты видишь? Слушай, ну это уже нечестно. О, красавчик. Красавчик. Так, у него пониженная атака, да? Тогда давай вот этого будем бомбить. Кусаем. В сон, конечно, в сон, друзья мои. Но сардельку в любом случае мы с тобой, скорее всего, потеряем. Мы ее, скорее всего, потеряем. Ну, естественно, этот сходит. Сейчас бомбанет по сарделечке. Грустно вот это вот осознавать. Все, по-моему. Блин, я хотел, честно говоря, в сухую выиграть. Без потерь. Но, видишь, не вышло, ребят. Ладно, 30 кубков. Что у нас там? Древесина. Победить еще одного дракона. Наша цель. Твою ж налево, вот это плохо. Плохая команда, ребят. Кревет. Ну, естественно, лучше начинать с него. Блин, ну тут еще и Костолом. Сейчас начнется. Если успеем с тобой дожить до массового сна, то, возможно, сможем пройти. Возможно. Точно я тебе не скажу. Так, Грамгильда. Точнее, это злобный змеевик. Почему я его называю Грамгильда? Скажи-ка мне на милость. Так, ну что, сейчас ходит Костолом, а потом мы уже с тобой вгоняем в сон. Так. Ну, ты понимаешь, да, что зеленые по красным наносят очень маленький урон. Поэтому все вот так вот и получается. На тебе, засранец.
Давай я попробую так сделать. Да ну, сарделька, ты меня просто вымораживаешь вот этим своим вот дуростью вот этой вот. Че, хиляемся, наверное? Наверное, хильнемся, укусим. Это сейчас очнется же. В кого громби... Оп-оп-оп-оп. Это ускорение, по-моему, да, делает она? Ускорение. А этот еще под усиленной атакой. То есть, скорее всего, сардельку сейчас укусит, и все, ей крышка. А у него есть суперудар еще, друзья мои. О-оу. И смотри, он укусил. И почему? Какого фига он второй раз ходит? Вот ты мне объясни, блин. Вот ты видел, он сделал укус, убил сардельку, и сразу же второй ход. Почему у меня так драконы делают, а? Он совсем оборзел, блин, я смотрю. Совсем просто оборзели. Я не знаю, это нечестно, я считаю. По два раза ходить. Так, ну ладно. Двигаемся дальше. Вот он, пак вождя. Душитель, кревет, шипорез, громорог, острозуб, барс и вепрь. Окей. Погоди-ка, мне такое ощущение, что я кого-то могу улучшить. Но этого-то вряд ли, понятное дело, 24 уровень. А барса и вепря? Ну, могу, ребята. Кстати, 9 разряд. Слушай-ка, 9 разряд, это же неплохо, верно? А чё Громгильда так рьяно моргает? Мне же, по-моему, не хватает чего-то для улучшения. Ну да, 24 уровня. Не понял. И здесь, что ли? Нет. 9 разряд, это же... Это же легендарная, да, карта получается? Вострозуба я не могу, да, потому что он у меня не найден. Я его никак не могу найти. Слушай, давай попробуем с тобой взять барса и вепря, снарядить вместо... Вместо кривоклыка. Просто попробуем, друзья мои. Поехали. Очередная схватка, очередных 10 драконов нам с тобой нужно подбить. Так, два синих плюс красный. Два синих плюс красный. По-моему, фиолетовый против красных. Фиолетовый, а, против синих. Окей. Так, ну что, о, вот с этого надо. Конечно же, с этого нужно начинать. Ничего себе. Слушай-ка. Барс и вепрь очень некисло бомбят. Блин, ты посмотри, что сделали, а. Сразу же понизили атаку мне. Ты оборзел, что ли? Я не могу понять. А что это такое? Ускоряет все хитрые... Нет, это хитрые драконы. Давай вот так вот. Лучше... Блин, лучше делать двойную атаку. Если бы он, конечно, вторую атаку бы доделывал до конца, было бы намного лучше. Ну! Да пошел ты! Я не знаю, что... У меня просто нет слов больше, ребята. Они промахиваются. Они... Это сейчас еще... А, нет, бафа нет у него. Энергии не хватает, просто ударит. Ну, мы когда будем ходить? Вот, наконец-то. Дожили. Давай их в сон всех загоняем. Так, по кому тут усиленная атака идет? Вот поэтому, да, получается? Он синий. Мы фиолетовые. По идее, мы должны еще сильнее бомбить. Но почему-то как-то... Или он сам по себе такой живучий? Ну-ка, на тебе, еще и отравление на тебя повесили. Отравление много отнимать? Нет, немного отнимать здоровье, кстати. Совсем немного. Так, а этот сейчас очнется. Давай так вот сделаем. Отравушку повесим. Боюсь, сейчас как звезданет какой-нибудь массовой атакой. Понятно. Я не удивлен. В сон. Слушай, а если он, например, спит и на него действует яд, он просыпается или нет? Этого мы уже не узнаем, потому что победа за нами. Так, отлично, 30 кубков, и что нам там выпадет? Бревна. Очередная битва, друзья мои, еще 7 драконов, как ни крути, нам нужно подбить. Ага, 2 красных и 1 фиолетовый, по-моему, синий. Фиолетовый, да? Ну что, начинаем с кревета, конечно же. Вот так вот. Блин, тут скалотряс. 12 уровня, ты серьезно? Пипец. Просто пипец. У меня нет слов, ребят.
сразу же начинает бомбить бедную сардельку, а? Всем, кому не лень, а? Ну ты посмотри. Так, ну что? Нужно срочно добить. Так, доживем с тобой до сна или нет? Дожили с горем пополам. Лишь бы не промахнуться. Отлично, так, я думаю, будем, наверное, с тобой, да, разбираться с этим. Ну, он, конечно, сардельку подобьет все равно. Оп, 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 это что такое? Это пламя, ребята. В плане? Тьфу. Я-то думал, сейчас будет что-нибудь ужасное. Сами себя хильнули, замечательно. А вот скалотряс шутить не любит. И не будет он тут шутковать с нами. А сардельку нахлобучит, будь здоров. Да-да-да, а что ему остается? Конечно, будет бить самого слабенького. Ну, а мы его, ребята, уничтожим за это. Мы отомстим за нашу сардельку. Замечательно. Слушай, пока мне нравится, что нам делает Барс и Вепрь. Пока оставим его в команде. Очередная битва. Смотрим, кого нам тут выставляют. Два синих и зеленый. Отлично, начинаем, естественно, с синих. О, подожди-ка, нет, ребят, начинаем вот с него. С ветрокрыла, конечно же. Я не хочу попасть в сон, поэтому будем бомбить. Так, ты что тут вылез? Что тебе надо? Ай-яй-яй. Все, ребят, я понял. Понял, что они добиваются. Они хотят мне уничтожить Барса и Вепря. Блин, и у них, наверное, скорее всего, получится это все дело. Да. Уничтожат. Ё-моё. Как же это все, друзья мои, печально. Давай я попробую так вот сделать. В надежде, что они будут атаковать сардельку. Красавчик. Так, ты тоже так. Нет, 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 не то ты делаешь. Но ты змеевик, кого будешь бомбить? Молодцы, вот так вот и продолжайте. Слушай, давай, наверное, мы с тобой. Блин. Усилил, блин, атаку называется, да? Ага. Молодцы, просто великолепно поступаете. Четко все. Слушай, давай, наверное, начнем вот с этих тогда. Потому что, ну, нам не пробить его. Опа, 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 опа. А, это массовая атака, это свои же, да, бафает, понял. На тебе. А, он понизил атаку всем, да? Понял. Эй-эй-эй-эй-эй, что ты делаешь? Что ты? Что это такое? Опа. Да ну нафиг. Ты серьезно, что ли? Ты видел, сколько он хп восстановил всем? Или не хп, я не знаю, что такое было, но... Отлично. Блин, нам надо вот этого с тобой бомбить. Тю-тю-тю-тю, да. Какой-то щит у него стоял. Так, сейчас что-то опять будет, да? Опять что ли будет применять этот... Нет. Блин, надо было отражение влепить. Ну-ка, если я еще... О, еще разок их в сон. Так, вот с этим нужно разобраться. Он, ребята, специально не тратит энергию. Видимо, хочет... Опять делает эту ерунду. Ну, это слишком имбово, я считаю. Еще и ходит при этом, блин. Давай, наверное, вот так сделаем с тобой. Этот пока спит, он уже проснулся, все, да? Очнулся, так сказать. Давай-ка я, наверное, вот так все-таки сделаю, ребята. Это риск. Ну что же вы не делаете свои массовые атаки, а? Блин, я рассчитывал, что он будет бить сардельку, если честно. Ну, сон будешь свой делать? Ты издеваешься, блин. Оу, друзья мои. Дело просто дрянь.
А вот это хорошо. Сейчас своего же убьет. Хе-хе-хе. Подожди, подожди, почему? Ах ты, ничья. Ну что, трех драконов нужно. Трех. То есть, если мы сейчас с тобой пройдем катать. Ого! Это кто это у него там? Похож на Костолома. А, ну это, наверное, и есть Костолом. Так, кого нам лучше? Давай, наверное, вот с этого начнем. Да твали ты. Кислотник этот достал, а? Фиол против фиола. Почему он наносит офигенные атаки по нему? Вот объясни мне, пожалуйста. На тебе. Ага. Костолом сейчас добьет, да? Или этот добьет. В общем, ребята, в любом случае мы барса потеряли. У нас с тобой есть сон. Сейчас мы будем его активировать. Вначале вот с этим справимся. А этих в сон загоняем. Пока они тут спят. Начнем вот с этого. Уклонение. Ну, конечно же, уклонение. Ребят, ну как по-другому, а? Что тут? Что он делает? Воу-воу-воу-воу. Станешь, значит, да? Это не есть гуд, на самом деле. И еще и... Так. Слушай, нам придется с тобой, наверное, ставить отражение здесь. Я просто смотрю, этот Костолом хорошо взялся, да? За сардельку. Кого? В кого? В кого бежишь? Хе-хе-хе, дурила деревянная. Так тебе и по делам. Ну что, добить сможем? Добьем. Так, в сон. Блин, а есть ли смысл его вгонять в сон, а? Блин, если я его сейчас не сгоню в сон, он меня загонит в следующий ход, да, получается? Ну что ж, давай. Отражение, отражения, блин, нету. На тебе. Слушай, он сейчас, по-моему, будет, знаешь, что делать? Он будет нас загонять в сон. И это будет происходить бесконечно. Тихо. А вот теперь посмотрим, кто кого будет загонять в сон. Давай, давай, делай свой там суперудар или что там делаешь. Отлично. Так, друзья мои, хиляться будем или просто ударим? Просто ударим ему. У нас отражение, да? Если он будет сейчас делать, он сам себя. Все, 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 по красоте. Отражение атаки. Че это он? Все, да выпендрился, друзья мои. Отлично. Как я и говорил, трех драконов нам нужно было с тобой победить. А вот и второй пак вождя. Ну-ка, порадуй. Костолом, Лаварык, Водорез, Громорог Отпрыск. Ага, Барс и Вепрь. Все. Все на этом. Окей, неплохо. Так, задание. Забираем с тобой. Оп, 10 рун. Так, еженедельное. Нет у нас тут ничего пока. А что тут? Подожди. А, листики. Получите в схватке 300 трофеев. Понял. А листочки, да, значит, мы с тобой получили. Слушай, а по поводу листиков, мы можем с тобой что-нибудь приобрести? Сколько их у меня вообще? 1000. 1000, да? Ничего не могу, ребят, приобрести. Ладно. А за монеты Одина? Что тут интересного есть? 620. Слушай, я, наверное, вот этот пак попробую на него накопить. Нам осталось совсем немножко. А что из него может выпасть? Ага, Владыка Бури, Скрытень, Рогобой, Мечекрат, Сладкая Смерть и Громокоготь. Шипоспин. Вот, наверное, мы с тобой вот этот пак попробуем открыть. Но надо накопить еще 16 монет. В принципе, не так уж и долго. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!